производственная проблема. Кто-то замочек сломал, и эти самые. Я, значит, вот буду, что не снимать, значит, отсюда через окошко. Потому что там на распечатке все данные есть. Вот этот домик. Вот этот, ага. Дом стоит на маркете уже больше месяца. По-моему, уже почти 2 месяца. 2 месяца но стоит. Тут, стоит. Но они, месяца, да, они вот не выпускаются. Никто попасть не может. Опускаются немножко. И агента. А этим выгода какая-то, когда дорого стоит или нет? Этим риэлторам? Или не им по барабану, да? Нет, им надо продать. Лучше, конечно, продать. Угу. Ну а что они заморачиваться будут? Угу. Так, ну все. Поедем дальше.